Здесь можно найти очень интересный, забавный. Боже мой, я никогда не был шмотошником. Все трогаю. Смотрите, какой выбор здесь. Шорт. Все то же самое на самом деле. Вот вы будете смеяться, все то же самое, что продается. Вот. Вот это рай. Вот давайте с вами приколимся. Вот, допустим, слитки, да, вот эти. Вот я их ношу. Посмотрите. 499 рублей. Три пары. Подследники. Это значит, что по моим следам будут идти. Возьмем. Одни взяли. Так. Я думаю, самое время осыпать подарками Сашу. Я думаю, что это время настало. Поэтому, может быть, что-то и Александре мы здесь подберем. А? Как вы думаете, как говорится, потратить бабки или нет? Давайте посмотрим, что Саша любит. Ой. 349 рублей. Ребята, сколько здесь пар? Три пары. Короче, это на самом деле не реклама, это знаете, это магазин. Магазин неплохой, но качество оставляет желать лучшего. Но при всем при этом, если вы придете, вы можете что-то себе подобрать. Посмотрите, как я выгляжу, кстати. Сегодня, видите? Видите, как я выгляжу сегодня? Опа, кроссовки. Говносовки. Костюмчик сверху. Дубленочка. Подследки. Саша выгонит из дома. Из какого дома? У меня дома нет в Москве. Поэтому откуда на меня выгонит? Короче, мое отношение к этому магазину ровно вот такое. Ехала фура с товаром из Китая, перевернулась. Люди растащили. Вот. О, смотрите. Надо Глебу скинуть. Пусть он супруге своей бывшей подарит носки. Ветер. Ветер. А тут что такое? О, здесь два пальца. Неплохо, неплохо, интересно. Интересно. А вот смотри, мама. Мама монархия. Яй-яй-яй-яй-яй. Что у людей в голове? Вот эти, смотрите, тоже прикольные. Вот такие тоже ношу. А, это длинные. Нет, такие не буду брать. Так. Ветер, ветер, я могу. Вот такие мне нравятся, но они... Вот смотрите, есть подследки, а есть вот эти пердетки. О, 299 рублей. Две штуки, носки мужские. 40-45. Белые. Ну что, взять? Такое ощущение, что их уже носили и обратно их надели. Но тщательно отстирали. Ну давайте возьмем. Белые носки должны быть у мужчины. В гости, когда идешь, обязательно нужно одевать белые носки. Так. Вот, смотрите, вот такие, вот они. Вот черный катон, 100% био, видите, что пишется? 39,42, цена 499 рублей, 4 пары, 4 пары, а? Вот, пожалуйста. 99 рублей, сколько здесь пар? Раз... Два, три. Три пары. 99 рублей. Короче, рай, рай. О-о-о-о! То, что нужно, трусы. Где? Ну, такие надо взять. Вот, смотрите. Что это такое? Что это такое? Пау. Потрясающий шов. Смотрите, практически незаметен. Шов практически не заметен. Херам решили букву стереть. Паул Паркер. Паркер. Друзья мои, я одного Паркера знаю. Он лазит по стенам и стреляет паутиной. Но это, мне кажется, это вот. Я еще не дорос. Но это пик. Пик удовольствия. Встретить мужчину вот в таких трусах. Да. Я думаю, возьму вот такие какие-то, с такой резинкой, и джинсы чуть спущу, и майку чуть поддыму, чтобы было видно вот эту резинку и название фирмы. Как вы думаете? Мне кажется, это будет сильно. Сильно будет. На самом деле, ничего смешного, мне нужны трусы, хочу взять, но только вот без этого дерьма, которое пишется.
Блин, ну надо рыться. Рыться надо. Кстати, вот такие трусы я никогда в жизни не носил. Мне кажется, настало время. Сколько стоит? 999 рублей? Ну, видимо, не настало время. Но. Ладно. Так. Ну, это все мое. Все мое. Все мое. Сразу по несколько пар надену. Вот это, посмотрите, 999 рублей. Супер, супер. 799 рублей. Сколько? Раз, два, две пары. Поэтому, девчонки, никого не стесняемся. Руки в ноги. И побежали отовариваться. Так, ну я в свою очередь 39-42, это что такое? Ну это, конечно, сильно здесь все. Вот это сильные носки. Сильные носочки. Все, мои дорогие. Блин, ну что вам еще показать? Пойдемте на подкрадули посмотрим на женские. Здесь их тоже много. Выбор широченный. Так. Ну вот она. Все, девочки. Только я прошу вас, кто стоит, тот пусть присядет. Тот, кто лежит, тот пусть остается в этом положении. Потому что сейчас я для вас открою мир просто потрясающей женской обуви. Вы готовы? Понеслась. От каблучок какой. Не чечетка, зато четко. Боже мой. К тому платью предыдущему. Потрясающе. Посмотрите. Даже клей остался. На самом деле это не клей. Это слезы человека, который делал эту пару обуви вручную. Это его слезы. Поэтому пусть это вас не... Бог ты мой. Ля, что за крыса? Представляете, в таких щеголять? А это лакированные. Ну, потрясающе, блин. Блин, девчонки, я прошу вас. Боже мой. Ай-яй-яй, это что такое? Вы не видите, на самом деле они и из ткани, это ткань. То есть, это ткань. Девочки, садимся, мы взлетаем. Это что за любовница маленького мука в таком должна ходить? Супер, блин, оторваться невозможно, просто оторваться невозможно. Кс-кс-кс, мяу. Причем, смотрите, кошка и череп, кошка сдохла. Так, что здесь еще? Так, это ладно. Теперь нужно понять. Это женская, кстати. А, или детская. Пожалуйста. Так, теперь нужно, знаете, что понять? Пойдемте посмотрим на мужскую обувь. Потому что женская, это просто, это разрыв. Так. Пойдемте мужскую найдем обувь. Или оно все вперемешку? Девчонки, кстати, принимаю заказы. Вот. Пишите, кому что понравилось. Я вам отправлю. Ребят, ну это все. Бабоньки, ну это все. Вот оно. Вот, пожалуйста. Пожалуйста. Видели это? Вентиляционная вытяжка на кухне или в туалете у ваших друзей. Вот оно, пожалуйста. Блин, а. А, действительно. Зачем шнурки? Слушайте, ну, что хочется сказать? Мужская обувь, конечно, поинтереснее. Посмотрите, кто-то померил и решил, ну, обратно не выправлять на заднюю стенку мокасин. Решил так оставить. Ну, а мы исправим это. Вот так, пожалуйста. Вот так. Так.
Тапочки, ладно. Тапочки у всех дома безобразные на самом деле. Знаете, в люди выходим красивыми нарядами, но тапочки у всех ублюдские дома. Вот эти вот, знаете, отвратительные. Которые в этой... в торговом центре куплены где-то, в большом магазине. Так. Блин, девчонки. В общем, сегодня был такой, знаете, стрим. Эфир. Он посвящался вот огромному выбору одежды. Посвящался обуви. Поэтому еще раз напоминаю, если вдруг кого-то что-то заинтересовало, пишите на почту. Почта та же. Улица. Помните «Утренняя звезда», где выходила? Вот туда все писали. На редакцию. Ой, глаза разбегаются. И голова кружится от китайского клея. Шучу я. Не, нормально, все, приходите, отоваривайте здесь просто. Каждый день в новой одежде можно ходить. Вот, смотрите. Я считаю, что даже гладить не надо. Пусть так и будет. Ну, вот так и должны они вот так быть. Вот так. Ну, а что, это брюки с высокой талией. Шикарно. На случай войны, не дай бог. Все есть. Любого оденем, любого обуем. Здрасте. Это что такое? Уф. Рейсинг. Отлично. Все. Я свой выбор сделал, а сделала ли его ты, решать только тебе. Всем хорошего дня. Одевайтесь ультрамодно в ультра крутых магазинах.